Эта история начинается с одного человека, с которым мы знакомы давным-давно. Я как узнал, что этот человек не играет в той гильдии, которой раньше был я, и я решил ему написать, чтобы вступить в ряды, как боевая единица. Я не надеялся, что меня примут в гильдию, где играет мой друг. Думал, что у них свой коллектив, и им не нужны бойцы. Как по словам ребят, у них часто происходят бои, и что на горе жили испанцы, им пришлось их клайм снести и занять их место. Я был удивлен тому, что ребята так быстро установили на месте испанцев донжон, чтобы в судный час не ждать 10 минут дебафа, а 5 минут. Как оказалось, на этом сервере играла гильдия, та гильдия, в которой раньше состоял я. И был удивлен многим вещам, что парни играли не с ними. И также, что они воюют против их. Я сразу понимал, что будут происходить хорошие бои. И это меня радовало. Как оказалось, ребятам нужна была помощь в ПВЕ. Для крафта оружия и доспехов. И я решил помочь по добыче шкуры и крафта оружия, брони. А то все были заняты строительством и терраформингом, и времени на все это не хватало. Оказалось, у нас были союзники, которые воевали также против тех гильдий, которые воевали против нас. И вот, близился судный час, где было решено регруппнуться у наших союзников. По данной информации, нам сказали, что враги ближатся к лайму наших союзников и будут атаковать его. Кто командует? Кто командует обороной, наверное, в замке? Ну, я думаю, они сидят в своем дискорде, нам то же самое надо. Что, три лучника? Арбалетчики, то же самое. Врага было около 30 человек, которое происходило в два раза численностью. Мы заметили, что 10 человек отплывать начали на другой берег, и мы решили отбросить врага в воду. Кто тут лекаря? Лекаря полечите у двери. Ребят, понял. Лучники, кто... Они отходят половину. Кто в воде плывет, стрелять по ним. Рука. Чистокол будут ставить. Смотрите, можно сейчас пропушить пару человек, блять, выйти им их пропушить. Которые переплыли. Я за. Давайте, кто нормальное ХП, кого берсы и щитовики. Лучники остаются на стенах. Кто? Давай. Все. Так. Все, выходим. Отталкиваем лучников первых, разбираем лучников. Забираем лучников, стараемся лучников. Блять, не тише! Все, по чуть-чуть отходим, пацаны. Отходим, хорош.
Стой, Санчо, стой. Мало хп отхожу. Прям пилы нет, для тяжелых. Есть пилы? Один зашел. Закрывайте ворота, закрывайте ворота. Блять, не суди. Быстрее. Когда мы подбегали к Клайму, союзников дома уже не было. И мы вдвоем с Агильцем решили зайти на Клайм и раздамажить их. И сбить Хилку до прихода подкрепления. Многие улетели сейчас на респаун. Их там встречали враги. И резали по КД, чтобы они не вернулись на Клайм. Попробуем и приняли бой. Вдвоем. И что-нибудь сделать. Хотя бы раздамажить их. У них, скорее всего, сейчас Хилка. У нас 10 минут есть плюс-минус. Да. У нас остались там внутри кто-то? Да. Хорошо, хорошо. Заходи, заходи, быстрее, быстрее. Давайте вообще сбор входа донжонда погнали, чем метелимся. Блять. Но мы не сдавались, мы продолжали бежать и драться с противником. Каждый раз, раз за разом, голый или в броне, это было неважно. И какое качество оружия у тебя было. Главное было отбить врага с Клайма, чтобы они не разрушили Клайм. Один минус. Пушим. Назад. Забирайте вон тех, всех. А щитовики на стену, тут луки, арбалеты. Что с щитами может? Хорош. Присыпятка, но и у нас хп тоже. Ай, блядь. Щитовики на стены, пожалуйста. Аккуратней, свои. Свои, блядь! Стены от лука бы зачистили. Ой, блядь, чуть-чуть своему. Хорош, хорош, давай. Пушим. Они со стен пытаются падать хоть куда-то уже в панике. Я сзади зашел в порез. Выпрыгнул один. Серый, прикрой. Помогите, щитовики по ходу. Кто есть? Я помогу сейчас. Заберу это.
Я на мало хп на каленом. Хорош, сразу все вход. Все вход, централку вход. Держим. Терем, отойди. Пробуйте, залутывайте. Все залутывайте и... Снимай раба. Судный час практически заканчивался. И мы выполнили, в принципе, свою задачу. Отстояли клайм союзников. И это самое главное, что было для нас. Сразу держим. После судного часа было решено подготовиться к следующему судному часу, как он наступит через 24 часа. Перед судным часом была предложена хорошая идея, где мы сначала должны были атаковать гильдию Берсерковья, и когда к ним придут союзники, мы должны были атаковать на полпути гильдию Evil Force, которые бежали к ним на помощь, и этот план у нас сработал. Лансер один справа. Да пофиг на это, Лансер. Занимаем высоту правую. Высоту. Расстреливаем, да, арбалетчики. Все остальное занимаем. Чуть правее надо брать. Правее, все направо. Имейте в виду, у нас не так много времени. Да, нам надо пушить, ребят. Паучники, короче, прикрывайте берсерки, да. Щиты внутрь. Заходим в них. Работаем, да. Берсерки, вот так. Все, группа маяк, быстро. Все, пушим. Фокусим по одному. Они уже все. Пушим. Арбалетов, работаем. Дамаг меньше получаем. Блять, по своим не вылезли, ребят, только, пожалуйста. Старайтесь аккуратно. Удар нанесли, отошли. Отходят они по чуть-чуть. Они сыпятся. Дальше идем. Пушим. Пуш. Да, ребят. Все, лежат уже, все. Пушим, все, до конца. Я боевой. Все, идем, пушим, лучников стараемся первых. Работаем, разбирайте. Аккуратно, не липните. Да куда меня свой, бля? Тише. Тихо. Лучников первых. Тихо. Один наш, будем двоих, ребят, помогаем. Бегу. Кто-то один, наблюдайте ты лучше, бля, вся кровь скидом не лупанула. Я отхожу на задний план. Правых вот этих надо разобрать. Лученьки отрабатываем. Боевой кто там бежит? Боевой. Там кто без боевой бежал? Ребята, лутай. А, нет. Отпускаем этих. Этих отпускаем, уходим к нашим. Уходим к нашим. Назад, кто впереди, отходим. Берс. Лучники впереди, старайтесь оставаться. Расстреливать не давайте. После боя, кого мало хп, было решено вернуться на клайм союзников. Не давать фану, ребята, противнику, это... не отдать я лут. Но все же мы решились дать им бой. Только голыми, где чтобы не бой, потерять, да, ничего ценного.
отрабатывайте по двоих. Вон, давай, давай, лево. Вот этих оттягивающих. Помогите, кто оттягивающих вон слева. Два осталось. Это шейки бой. До хера у вас на него, двоих хватит. Че, ребят, мы бежим к вам на помощь. 10-4. Хорош. Все, сместились направо. Кто догонял одного. В спину бьем. Вот этот щитовика надо забрать. Щитовик красный, фокус. Выдохся он. Лансер, беги вперед. Я догоню. Мы догоним. Чистровая есть? Да. О, кувалда, и ты здесь, блин? Да. Хорош все. Сука. Давай еще. Давай, давай, Берса, помогите, Берса, Берс, щитовик, смотри, Берса этого. Неплохо дерется. А, ребята, правый фланг на север. Подошел Йокул и его шаблы, шайков. Хорош, щитовика забираем. Щитовика, щитовика, который. Хорош, еще, вон, два щитовика осталось. Лучники, смотрите аккуратно. Ребят, без табак, голожопа, это Йокул и компания. Мелькал. Mm-hmm. Хорош. А, минус, у нас минус. Хорош, хорош, конечно, блин, сейчас формации не хватило, пипец. Ой, кто-то еще хорош. Бой, потом, тише, тише. На лансе пошел кто-то. Кто еще не может? Кабазе остался. Кто там на дебафе? Лутаем. Все, бой закончился. Кто будет лутать, поднимите мне, пожалуйста. А лучник там свой стоит? Если на базе кто-то есть у нас, там выходите. У нас тут один без сознанки валяется за мостом. Я хочу поблагодарить, с кем играю, ребят, за то, что они приняли гильдию, и за хороший фан, и дали хорошую атмосферу. Я только могу пожелать им всего хорошего и удачи, чтобы было много фана и хорошего настроения в бою. У меня мало хп, я не смогу помочь. Спокойно, ребят. Ланс наш, да?